В Казахстане в год выбрасывается более 100 миллионов тонн парниковых газов и 4,5 миллионов тонн загрязняющих веществ. Поэтому в стране необходимо развивать как возобновляемые источники энергии, так и атомную энергетику, считает эксперт Бахберген Кери. Сегодня в республике действует около 150 объектов возобновляемых источников энергии, что составляет всего 7% доли производства электроэнергии в Казахстане. Однако, по словам представителя партии «Зеленых», даже при строительстве АЭС рост будет не таким заметным. И, возможно, нужно больше инвестировать в солнечные и ветровые станции, а также создавать условия для их выгодного использования. Согласно исследованиям, то, что мы на сегодня направляем миллиард долларов на экологию в Казахстане, на сегодня эту проблему не улучшает. Как вы спросили, это путь только один. Казахстану необходимо развивать как возобновляемые источники энергии и атомную электростанцию. Однако сегодня доля возобновляемых источников энергии составляет всего 7%, а то, что нам предлагают вендоры по строительству АЭС, его доля будет составлять всего 10%. В этом направлении нам необходимо серьезно заниматься.